О, зомби! Привет! Это чё? Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фаньон, Кабанчик, Васаби, Скромник, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Здорово! Сегодня у нас очень классная карта, потому что мы скачали карту на прохождение. И карта не просто на прохождение, а прохождение в коопе. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, давайте запилим 10 лямов подписчиков, это не так уж и много. Я знаю, что эта цифра большая, но на самом деле небольшая. Так. Монтировкой всю карту пройти, но у меня не получилось, меня сразу вначале начали. А ты что думал, я вот с пистолета буду осторожно стрелять. У кого-то магнум, да, еще там лежал? А там в углу... Да-да-да, там два их лежало, для двоих рассчитано. Осторожно, осторожно. Следите за хэдкрабами, они такие подлюки могут оживать и мочить потом. Классный графончик, Гарри Смоди, мне очень нравится. Данжер, нам сюда. О, привет. Пока. Сразу замочил. Так, пацаны, здесь рубильник. Миссия выполнена. Проверяем все внимательно. Что тут еще? Эй, слышь, ты что дерешься? Он дерется руками еще. Щупает ноги мне. Эй! А! Больно! Укусил меня за голову. Так, погнали. Погнали. Сюда, наверное, да? Лифт открылся. Я знаю. Новый лифт, который ведет наружу. Заходим все. Отлично. Еще лифт падает, и мы умираем. Прохождение. Не, я так не хочу. Патроны все забрал, извини. Кстати, их не так уж и много и было. О, тусовка без нас. Чисто в голову. Пацаны, внимательно. Ах ты жопа. Надо стрелять по этому черному. Стреляйте в голову. Стреляю, стреляю, стреляю. Ах ты! Уполз, уполз. Убил. Убил. Красавчик. Блин, мне нравится эта сюжеточка. Кстати, карта весит всего 1 мегабайт. Надо четко попасть в голову. Ну все, три патрона осталось, пацаны. Так, проходим. Ты что тут сколько мы нафигачили? Вы ж меня подождите. Давайте вместе воевать. Помог тебе немножко. Так. Опа. Кто-то в дверь долбит. Эй, не ломай двери, поломаешь двери нам. А не видно к никого там? Не, я не... Ладно, я что-то уже и не хочу туда идти. Так, а что мы тут сделали? Они стол поломали, все поломали. О, все, улица, ура! Ах ты, жопа, испугал меня! Все. Меня как-то не вдохновляет улица, потому что какая-то толпа зомби ел. У меня даже монтировки нету. Че, УЗИшкой буду стрелять? Дробовик! Дробаш? Да, я нашел дробаш. Ой, УЗИ слабый, жесть. У меня 67 жизней осталось. Не попадай по ногам новым. У меня вообще 4. Пацан, давайте вместе идти. Вы ж не бежите вперед. Давайте, чтобы все видно было. Ты вы сейчас убьете всех, а мне что делать? По трупам идти? Да. Не, я тоже хочу мочить их. Нам походу... Мочи монтировкой, патроны не будем тратить. А где ты R2 взял? А я нашел там за скамейкой. Спускайся. И чего? Все на перрон? Да. А куда нам? О, подождите, светофор. А поезд будет? Не будет. Дима, я понял, куда нам туда пошли. Подожди, тут вагон. О, спасибо. Я поехал, пацаны! Запрыгивайте! Я удалю дверь. А, не удаляется. Пацаны, я тут, давайте, запрыгивайте. Смог, а где тот, четвертый? Он там, где-то. Ну, добежишь, да?
главное не упасть. Ну, я думаю, так прикольно запрыгнул, все четко. А он что, не встает? Устал, с работы пришел. А, у него, видишь, нету на голове этого. Он каменщик. Три года без этого, без отпуска. О, патроны. Ломайте ящики, там патроны. Были бы, если бы разработчик туда положил. О, зомби! Привет! Слышишь, кто там трещит? Мочи его, мочи. Отлично. Ломаем всю карту, да? Ничего нету? Нет. Продолжай. Все по четкому. О! Ах ты щенок! Я их боюсь! На тебе! Давай, 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 дамаж. Вот разработчик, жалко что ли оружку дать. Так, а что нам тут дальше? Надо туда, да, попасть? Да, я вижу. Погнали. Ого! Взял все аптечки, забрал, ну ты молодец. Давай, давай, посмотри, как ты воюешь. Эй! Он дерется, на! Ай. Нельзя под своих лезть, ну ж так бывает. О, дробаш появился, отлично. В уголку лежал, наверное, где-то. Ты ж дурак, что ли? Испугал меня. Прям в лицо прыгнул. Остались только вдвое в живых. Больше никого нету. Хедкраб мертвый. Нам что-то надо какой-то рубильник, чтобы дверь открыть. Нифига нету, ничего нету вообще. Че, мы прошли карту, что ли? Так не может быть. Мы должны убежать. Может, поверху надо паркурить сюда? Точно! На, хедкраб его пролетел! Вот это прилепило ему, хорошо. Так, дверь за... А, еще один. Че, спаун, что ли? Нет, показалось. Вот кнопка, ура! Открылась дверь! Хедкраб. Машины стоят. Ого, их сколько там. Я буду воевать с ними. Я не буду уезжать. Давай, давай, давай. Опа, кинул одного челика. Видим таких. Сейчас, сейчас, ребята, я к вам подойду. Как мы сядем все в машину? О, пришел сюда. Давай, 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 монтировка его по башке. На. Да, если бы спауна не поставить, получается, я должен сам проходить. Так, здесь машина, сюда не пройти. Надо кнопку нажать, да, какую-то, чтобы выйти? О, тут еще эти атошники. Ого, их сколько там, вы что, вообще ненормальные, что ли? Пилы есть, а как пилы брать? Может, надо что-то... Нет, не берутся. Ты откуда взялся, челик? О, R2 у них выпало. На! Это было эпично. На! Ой. Хорошо, что я спауны тут поставил. Ой. Кто ты? Иди сюда. Ах ты жопа. Так, я попробую на машине свалить. Пацаны, все. Я буду ехать. Только она не работает. Машина не рабочая, это обманка. А ну попробуй. Едет у тебя? А что нам? Уже заправить ее надо? Надо разоправить ее или что-то найти такое похожее. Зомби здесь ходят. Ого. Как нам выйти? Нельзя выйти никак. Пацаны, как нам выйти? Это жесть. Патроны можно брать. И все. Давайте полетим, посмотрим. Просто что там происходит. Мне интересно. Но у них тут спаун стоит. И все. И дальше карты нету. Получается, мы что, в ловушке на выживание?
Это жесть просто. И машина наша не работает. А если я другую машину поставлю, я смогу на ней уехать? Она врежется в стенку просто. Ладно, я знаю, на стенку врежется. Они не пустят нас. Все, пацаны, ваш щит сейчас пропадет. Я удалю его. Нету щита. Выходим. А, осталась эта штука все равно. На. Не удаляется. А, мы можем проходить. Ура, мы свободны. А, нет, недалеко. Получается, все, это конец карты. Это бесконечная битва будет. Просто бесконечная война. Ну, карта весит 1,6 мегабайта. 1,5 мегабайта, можно сказать. То для этого веса она очень, в принципе, прикольная. А, ну иди сюда. Сейчас я подойду. Я сейчас оторвусь от тебя как смогу. Подлец такой. Пацаны, мочите их. Со всей силы. Тут трупов уже. Давайте посмотрим, сколько трупов будет. Ой-ой-ой-ой-ой, их там. Ха-ха-ха-ха, меня лагает уже. Вот это мясо. Вот это творится в канале. Там уже, короче, трупов по колено. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.